Всем привет! Привет! Это Жестянка, и сегодня мы поиграем в Ocean Horn. Океан и Горн. Горн, да, труба. Horn, вторая часть. Ocean Horn 2. И начинаем новую игру, и у нас есть сохранение. Новая игра. А почему сохранение? Что, куда? Ну смотри, нужно нажать на... это выбери ячейку сохранения, чтобы начать. Это просто все очень просто. Да, нажимаем первую, нужно, да? Наверное, на первую, потому что, ну, начинать надо с первого. Че, куда? Эти слова станут последними для этого себе аркадийского королевства. Они храбро боролись и оказались бессильными перед судьбой, что уготовил для них, не успел прочитать. Много воды утекло с тех пор, как начались эти события. Падение Аркадия наложило отпечаток на всех, кто был ему свидетелем. О, наблюдатель. А тем временем твое появление просто не может быть случайностью. Я покажу тебе, что произошло, но чтобы понять все до конца, нужно пережить это лично. Скажу лишь одно. Это трагическое повествование о двух бессмертных душах. Все началось ненастной темной ночью в одном затерянном королевстве. Понятно. Ну да. Ух ты, дождь пошел. Дождь. Все холодно и мрачно сразу стало. Так, а молния что-то блымнула только что. Орел полетел, сова. А там дома какие-то стоят, похоже, смотри, нет? Так, идут два странника, это ты и я. А, все, чему мы среди ночи идем? А где этого странника? А вон по центру идут. Это, наверное, я, а это ты. Извини, пожалуйста. Я не знал, что будет такое. Он обещал встретить нас здесь. А ты что молчишь? О, это я вышел, это мама вышла наша. Что? Мазмирот, старина, это правда ты? Он улыбался, ты видел, да? Получив послание, я поверить не мог, что оно от тебя. Они Гарри Поттера принесли ему на руках. Ага, видимо. Чего он улыбается? Глазастый. Он не должен страдать из-за моей ошибки. В каком смысле? Я даю тебе этого ребенка на воспитание. Вам, магистр Фейер, позаботьтесь о нем. Так, понятно. У нас, значит, история такая, что возле виадука трое ребят поделили ребенка. Вот и все. Понятно. Отлично. Ocean Horn, вторая часть, Knights of the Lost Realm. Все понятно, все ясно, да, все, игра пройдена, все хорошо. Да. О чем речь? Ни о чем. Непонятно, да? Прошло 18 лет. Ух ты. 18? Сколько времени это? Так, мальчик, солнце. Уже 18 лет. Через 18 лет закончился дождь. Видите, вот хорошо, солнышко пошло. Так, утонувший маяк. Ну, он такой покосившийся какой-то. Нет. Так, эти две чайки, которые разгоняются и врезаются в два камня. Ляп-ляп. Нет, такие бучмяк. Вот какой-то остров. Остров невезения в океане есть. Так, стоит мужик, которому 18 лет, скорее всего. Да, точно, стоит паренек такой. Накачался, меч наточил, шмотки надел, подрос уже. Это что-то виселица. Остров изгоев. Архипелаг кратера. Окей, хорошо. Так, что он делает? Хорошо. Да будь шкатулку, которую давным-давно украли у меня пираты. Ее содержимое необходимо, чтобы ты стал рыцарем. Удачи, магистр Фейер. На, держи. Я все это время читал. Сообщение. Хорошо, так, вы читаете сообщение, у нас кстати? Есть три сердечка. Да? Хорошо, это у нас есть три пули, или пять пуль, какое слива. Это мы деремся, да? И вот да, мы а вот смотри, подожди, подожди, внизу же... Зачем ты утонул только что? Все, пока. Здесь внизу написано, смотри, переместить, посмотреть. Что, где? Я не знаю, я думал, может быть, это просто виртуальная штука, можно им наклонять. Не, оказывается, нет. Не думаю. Ну, смотри, перекатить меню. Это ж кого-то я ударил только что. Я под мостом. Мы с тобой под мостом лишь. Скажи мне, а почему мы. Ты умираешь, когда. Ну ты ладно, в воде. Хорошо. Зачем? У нас столько жизни, мы 18 лет жили, да, хоть в чем-то умереть. А как прыгать? Цель достигнута, волчок. Мы достигли цели только что. Надо было покататься под мостом, поэтому это достижение новой цели. Прекрасно. Как прыгать? Это бить. А тут, по идее, прыгать нельзя. Нельзя прыгать, он не умеет прыгать. За 18 лет не научился. Что это за штукенция такая? Так, Крабибара, смотри, это какой-то монстрик впереди, видишь, ждет нас он. Краби... Ой, а увеличить нельзя. Крабибара. Хорошо, вот есть такая это штука. Это же не Roblox. Тебе. Твоя цель отмечена желтым треугольником на миникарте. На миникарте? Это вот. Миникарта наверху. А можно ее увеличить? Можно, оказывается. Смотрите, как интересно. Где мы находимся? Вот мы, три синие треугольничка. Это мы. А рыцарь ранг... Уровень 1 новичок, 18, так слушайте, столько всего, уже 4 минуты. Мы 4 минуты уже играем? Мы 4 минуты разбираемся только, да? Какой кошмар, да, кошмарище. Хорошо. Задание, цели, система. Задание, цели, система, закрыть. А, лево, право, еще раз прицелиться, атака, прикатить меню. Ну, то есть как-то странно. Ладно, хорошо, а вот это что за штуки? Остров каких-то изгоев. Это остров принадлежит изгоям. Тут написано, что ли? Это табличка, такое? Да. Это не так написано, что ли? Ага. Вы видите, это написано, этот остров принадлежит изгоям. Это портатальский какой-то. Портатальский, смотри. Его нужно бить. Смотри, она счастлива.
Ну, Карбибара, иди сюда. Она... Ух ты, какой... У него панцирь. Так. Вау. У нас 3 сердечка. Так, вау. Критический удар. Мы что-то взяли. Это кристаллики и монетка. Так, можно развернуть карту, да? Слушай, это прям как в Роблоксе управление, да? Я смотрю, ну, можно вот так вот сказать, бегать. Да. Прикольно, кстати, смотрите. Круто, очень крутая игра. Можно я побегаю? Нужно. Кто там? Ты слышал звук? Вот, Карбивара! А ты попробуй подержать. Я только хотел, да, как раз хотел это сделать. Я услышал, что он там пытается... Да нет же! Где Карбивара? Давай ее бегом. Сейчас я ее пока по а если подержать? О. И лопнул. Да куда ты прыгаешь, черемуха? Стоять, чё? На пляж. Закончились силы. А, это сила, это не жизнь, это сила. Он зарядил свое оружие, помахал 2 раза мечом и все, эскиз. 3 раза. Да, на, играй сам. Давай. Вот тут вот есть какие-то штуки. Вот смотри, мешок. Мешок... Его можно разломать? Можно. И устал тут же. Ломал мешок и устал. Да нет, все, отдохни, Илюх, отдохни. Смотри, хорошо, у тебя нет этих самых. Короче, там было надгробие. Давай прочитаем, что там было написано. Вот там вот? Хорошо. Давай посмотрим. Так, что написано было? Плоды этой яблони дарят вечную молодость тем, кто сумеет их добыть. Плоды вот этой вот яблони? Ребята, и это написано на надгробии, понимаете? Плоды дарят. Ну, видимо, да, кстати. Значит, нужно поковырять дерево. Да. А можно на дерево влезть? Может, влезть надо, может, как-то влезть можно? А вот почему нельзя прыгать? Короче, побежали на желтый треугольник. Да, что за штука все-таки? Это что там за умение было? Смотри, это что это? Это загрузить заклинание исцеления, смотри. Да? Да. А, нет, подожди. Это боеприпасы. Загрузили исцеление. И что, и как? 0, а у нас его 0, понятно. Боеприпасы, все понятно. Короче, у нас хорошо. Кстати, вот наши боеприпасы. Да, я вижу, да, слева боеприпасы нарисованы. Это, наверное, какой-то пистолет. Наверное, там табличка была написана. Табличка. Илюшка, да, читай, тут же все написано по-русски. Механизм моста проржавел. Проржавел. Дергай рычаг посильнее. Понятно. Давай, хорошо. Сильнее. Так, птица полетела, использовать. Посильнее, просто шандрахнул мечом один раз, да и все, понимаешь, посильнее называется. Да. Главное, что у тебя есть меч, значит, ты посильнее сразу стал. Так, впереди ждет тебя эта кукабара, вот как карбибара. Зачем ты сил сейчас? Ну все, у тебя нет сил. Хорошо, я побежал. Ну, что ты делаешь? Подожди, не тратится силы, когда ты делаешь так, иди отсюда. Карбибара. Вот она умеет прыгать. Она умеет прыгать, в отличие от тебя. Вау. Вот так вот. Что Смотри, еще? Что-то, не знаю. Вход воспрещен. Вход воспрещен. Старое убежище пиратов. Да. Спрыгнуть. Я прыгнул туда. Что это? Это пещера. Это убежище пиратов. Найди сверток магистра в убежище, я не успел прочитать. Майфа. Доступного цели, огонь, иди за мной. Так, кактус? Да ну не, все, я не буду играть в эту игру. Кто кактус атакует? Да ну все, короче. Ты же, серьезно, бьешь кактус, что? Да. Ты бьешь кактус. Ты черемуха. Тебе не стыдно? Он от тебя убегает, не трогай его. Тогда хорошо. Что это за штука? Я нажал какую-то кнопку. Нельзя бить кактусы. Кактусы хорошие. Все. Что это? Он в тебя будет плеваться. Прочти. Впереди разрушенный мост, но не волнуйся, просто идите. И доберитесь на ту сторону. Сначала придется разобраться с тем валуном, а подвиньте его с помощью щита. У тебя есть щит? Нет. Нет? У тебя есть кактус. Кактус. А вот, нечего было его бить. Вот, все, он спрятался. Молодец, кактус умный. Вот так тебе, все, развалился. Кто это был? Кактус тебе отомстил, нечего больше с кактусу приставать. Понятно, вот смотри, что там слева. Залезать на предметы высотой не выше, чем его плечи. Видишь, то есть можно вот так вот залезать на предметы. Надо было, теперь смотри, можно поднять. Отпустить. Что это за штука, лампа какая-то? Это лампа? Да. Лампа и гвоздь, это нам не нужно. Смотри, а это что за грибы? Грибы? Да. Прикольные.
Подожди. Какой интересный мир. Сундук. Смотри, наверху. Я. Вот. Я как-то перепрыгнул. Открыть. Открыть? Что это? Какая сова. Деревянная сова. От деревянной статуи ты получишь 20 монет. Надо глазастыми, глазастыми быть, смотреть по сторонам. Хорошо. Что это такое? Что это такое? Это не надо ничего поднимать. А вот там что? Что это? Огонечек какой-то. Обыскать. 29 монет. Какую-то копеечку монет взяли мы только что, да? Копеечка. Да. Копеечку — это хорошо. Ладно, ты видел там сундук какой-то есть? Ну я же его открыл уже. Не, не вот тот. Когда мы нажали кнопку, там открылась решетка, там, где был сундук. Смотри, нет, не помню, сейчас посмотрю. Везде, где на земле огонечек, нужно нажимать «Обыскать», смотри. Да. И там будет какой-то секретик. Сердечко, смотри, дали еще одно, видишь? Плюс травы. Плюс травы. Сердечко травы. Травы. Вот здесь тоже можно обыскать. Кактусы. Ну что с кактусами делать, ребятки? Похоже, кактусы придется воевать, потому что они, видимо, исчез. Непростые пацаны. Вот, смотри, вот и... Кактус? Да. Ого. А кактус хитрый. Да. Кактус, кактус. Ай! Кактус, ну ты чего? Да ну давай же... Кактус, сори. Все. Sorry, my Прости, friend. Кактус. Сори, да. Ну, как нам бы... пришлось. Вот, где смотри, ты... сундук. Где? Вот. А, впереди? Да. Да, впереди, понятно. Вот это что? Так это кнопка, которую я нажал, и там открылся этот сундук. А, да? Я да не заметил. Видимо, я чем-то занимался параллельно. Так хорошо. Там уже было даже написано. Так, синяя кнопка... Чё? Синяя кнопка остается нажата сама по себе. Хорошо. Так, никто не нападает на нас, никакой кактус, ничего не обыскаем. Обыскиваем. Щит! Отлично! Этот это щит некогда принадлежал рыцарю Аркадии. С ее помощью можно не только защищаться от вражеских атак, но и отодвигать с дороги препятствия. Значит, ты стоишь в толпе какой-то или в очереди, достаешь щит, и впереди стоящему человеку говоришь: ну-ка, отойди! И идешь вперед. Потом еще раз. Очень удобно, кстати, отойди, да. Да. Да, очень удобно. Все понятно, как нас же закрыть. Все, теперь у нас есть щит. Вот, смотри, хэч, использую. Хэч, хэч. Какой-то маленький. А, окей. А как ты говоришь, отодвигать предметы? А тут, если нарисовано отодвигать, то... То можно отодвигать. Да. Какая железнейшая логика. Если нарисовано, то можно двигать. Точнее, если написано. То, так, нам бежать на другую сторону, судя по всему. Вот сюда. А, сюда нужно приставить наш щит. Отпереть. Нужно найти ключ от старого убежища пиратов. Нужно найти ключ от старого убежища пиратов. Щитом не получается, нужно найти ключ, не короче. Все, да. Ищем ключ. Ключ. Стражники сказочного королевства. Ключ. Так, мы оттуда пришли? Да. Да, точно? Да, оттуда. Да, так, окей, оттуда. Мы пришли оттуда, там был сундук, значит, пошли сюда. Да? Угу. Что это такое? Прочесть. Прочесть. Впереди разрушено... А, это мы уже видели. Это мы прочитали. Это мы читали с помощью щита. Вот. Итак, штукенция. Сохранение игры. О, мы сохранились. Первое сохранение за все время. Понятно. А, окей, я так понимаю, что можно делать вот так. И чё? Ну, оно упало вниз. Я думаю, наверное, надо сделать так. Оно само прыгнуло, я ничего не нажимал. Понятно. Я просто ничего не нажимал. Так, здесь какая-то табличка, которую тоже нужно прочесть. Предметы можно переносить и бросать. Хорошо. Можно их просто ты разбить. Ты его ударил. Поднять. Давайте мы его куда-то бросим. Кактус! Ты где? Давай туда за борт бросим. Эч? Ну какой аккуратненько поставил, смотри. Сейчас мы перестановочку тут сделаем быстренько. А зачем? Ой. Ух ты. В них можно найти там всякие. Окей, красный апельсин, алоэ. Так, хорошо, зачем-то я... Смотри, вот еще сердечко. А, у нас... смотри, у нас плюс сердечко не получится. Три это максимально? Да. Ну ладно. Так, хорошо, то есть мы все разобьем, короче. Мы такие, пацаны, мы не простые. А вот там, смотри, там что-то... Что-то лежит там такое, да? Мы сейчас как бы раз, вот сюда вот, и раз... не сюда, раз, и раз, сюда... Ааа, страшно, как упало, ай-яй! Ой-ой-ой! Кошмар какой, с ящичка спрыгнул, все, страшненько! Так. И чё теперь? Чё теперь? Ничего. Ладно, давай продвигаться дальше. Какие тренировочки только что были, ты видел? Так.
А если мы будем биться головой об этот ящик, все будет нормально? Нет, я не уверен. Я что-то там разбил только что. Да. Так, мешок какой-то. Хорошо, ладно, это я понял. А предметы можно... Зачем нам это поднять предметы? Не двигается совсем. Ладно, где находится... О, кнопочка, да, кнопочка. Красная кнопка остается нажатой. Замечательно. Нажимаем красную кнопку. Не остается нажатой. Не остается... А, значит, все, нужно положить предмет. Не остается, да? Не остается? Значит, я плохо читаю. И она отходит? Да, действительно. Действительно, значит, мы берем вазу. Или какую-то штукенцию, да. Вот бочку давай. Эч! О, какой сильный чувачок, смотри. Эч, прям с бочкой пошел туда, с бочкой, раз, типа. Оп! Вот, все. Четенько прям. Прям на кнопочку поставил. Да, и бочка, главное, я уверен, что она весом больше, чем он. Так, все, побежали, отлично. Мы сделали сундук мертвеца. Ну и не только, тут еще и какие-то. Держитесь. Я пошел. Сначала тебе нужно с этими крабами разобраться. Я не знаю. Ага. Крабирара. Кукабара. Нет, не кукабара. Кукабара. Кстати, хорошее имя. Злюка. Промазала. Прыгнул. Так, все, пацаны, все, разошлись, все. Зачем ты сундук нам бегал? Минус одна. Сейчас. Напряженочка. Ух ты какая, ты смотри. Надо понять, когда она бьет, я не понимаю. Я щитом оттолкнул ее, ты видел, смотри. А, не успел. Так, где еще одна? Спряталась? Вот. Ай, не получилось. Ну-ка, давайте еще раз. Щит. Ага, работает. Ой. Ага, ясно. Давай, иди сюда. Так, вот, все. Да. Вот, фух. Слушайте, я постепенно начинаю понимать механику этого, этих битв. Зачем я бью грибов, вы не знаете, нет? Нет. Ладно, мы отбились от этих кукабар. Ключ. Ключ! Так это ж... Ты получил ключ от старого убежища пиратов. Все, иди назад тогда. Окей, как скажешь, ты мой. А туда можно прыгнуть? Смотри, зачем идти назад, если я могу... Можно обыскать. Если я могу сделать... Вот наверху можно... Так я ж этим и пытаюсь заняться. Я как-то промазал. Раз, два... И где кого обыскать? Вот здесь обыскать, да? Обыскать. О, монетка. Прекрасно. Зачем? Не знаешь? Разбить, короче. Зачем ты взял эту тумбочку? Я говорю, разбить, и он ее взял в руки. Короче, пока... О, вон еще можно вот, обыскать. Да. Я как раз сказал, две вот эти. Сердечко обыскали. Обыскали сердечко. Всех, нашли сердечко. Так, грибы зачем-то непонятно. Все, выбегаем от седова. От седова. Вот что-то шипит. О, ну началось. Беги, лучше беги. Так тоже можно, да, просто бежать? А да, просто беги! Окей. Просто беги! Тогда они потеряют тебя из поля зрения. Не потеряли. Тихо, ну не иди туда. Хорошо. Давай. А может быть, они не умеют прыгать. По-моему, они... Да, они тебя потеряли из поля зрения. Фух, они нас забыли, короче, хорошо. У нас есть ключ, у нас осталось одно сердечко, и мы спречь. Отвоевали от этих самых кукабар каких-то ключ старого убежища, ключ использован. Ух так, ты, смотри, опять вот эти вот кукабары там внизу. Камешек покатился вниз, ой-ой-ой. Минус одна. Вот так вот. Стой, пусть Карибара. Что ты только что сделал, ты видел? Он как-то так поднялся. Так, еще одна, смотри, с восклицательным знаком на меня. Тихо! Ой, не успел. Давай. Прыжок. Промазала. Би! Надо ударить три раза. Когда бьешь три раза, получается критический удар. И она сильнее гораздо бонуса получает. Фух, новый уровень. Что такое новый уровень? Смотри, у нас наверху новый уровень. New level. И у меня есть новый уровень. Что это было? Я рыцарь один, ранг такой-то. Отступить. Предметы. Древковое оружие.
рыцарский меч, задание, цели. А у меня там был какой-то новый уровень, смотри наверху. Видишь, да? Да, вижу. Что такое новый уровень? Это щит. Я могу толкать? Ой, я могу продолжать. Уровень 2. Новый рыцарский ранг. Курсант. Курсант. Ты получаешь 25 монет в качестве небольшого вознаграждения. Твое здоровье было восстановлено. Хорошая новость. А я теперь курсант. Илюха тоже курсант. Мы курсанты с тобой. Как это закрыть? Я понял. Закрыть? Окей, понял. Спасибо, Илюша. Да, пожалуйста. Прикольненько. Смотри, лестница. Может, это лестница на улицу? Нет, не на улицу. Давай попробуем. Ты понимаешь, я на нее даже не попал. Да что ж такое? Это попади на лестницу. Вот. На, короче, попробуй ты. Мне получается на лестнице тоже попасть. А, надо было по чуть-чуть нажимать, да? Не все время давить, как я. Вот оно что. Давай. О, можно наверху обыскать кого-то. Обыскать? Ты помнишь, что можно расколошматить эти штуки? И... У меня есть... Вот, смотри. Прекрасная идея. И смотри, чё? Можно бросить. Как? Оп. Действительно. Надо подержать, может? Ты вот. разбил сердечко об стену. Вот это я, конечно. Давайте еще разобьем. Давай. Прикольно. Можно взять там сверху, да, его. Угу. И прям бросить в разные стороны. А может, лучше мечом разбить сразу? Ну, кстати, это идея. Давай. Вот это правильно, смотри, сразу какая-то штука. Что это такое? Вон, подними. Ну вот здесь было же, лежало. Да, оно, наверное, упало вниз. Или оно пропало. Ой, я не то хотел сделать, отмена. А что ты сделал только что? Понять. Я хотел стрельнуть пистолетом, а это типа была функция стрельнуть. Подожди, каким пистолетом? Где пистолет? Куда у тебя? У меня есть пистолет. Да, прыгай вниз, короче. Прыгнуть! Скажи мне, где пистолет, я не понял. Вот, смотри. А, это же эта штука. Так, а почему мы ее не использовать, когда против этих кукабар? Потому вообще? Что у нас ограниченные заряды. Ну что, это же игра, у нас бесконечные заряды. Они нужны в крайнем случае. У нас бесконечное сохранение. Ну хорошо, ладно, что в крайнем это? Случае. Тайная гавань. Тайная гавань. Еще табличка. Прочесть. Бочки лучше не ставить рядом с факелами, или легко загораются. Они легко загораются, понятно. У меня есть идея. Поставить рядом с факелами, да? Да. Конечно. Вот так. И сам загорелся. Я горю! Я огненный человек! Давай вот это вот поднимем и бросим прямо вот сюда. Это тоже загорелось. Чем занимаешься вообще? Я пытаюсь раз... Так, дети, нельзя играться огнем, прекращай. Ладно, хорошо. А, давай, поплыли дальше. Что? Не, вот туда, что там внизу? Да? Ну, конечно, да, что это. Вон там можно посмотреть, что это такое. Что... Это плавучий мост какой-то. Здесь надо, знаешь что? Здесь надо его поджечь. Поджечь. Бери эту штуку и толкай ее. Ты можешь толкать ее? Нет, не могу. Ну, зато он как старался только что. А вот сейчас можешь толкать, когда пустая? Подожди. Да, она пустая, давай попробуем. Сейчас, подожди. Да ну не так же! Иди отсюда. Вот. Не получается, бери горячую бочку, бегом. Да не бей ее, бери. Поднять. Давай, тащи, быстрее! Пока она горит. Давай, пока она горит. Неси, давай. Где? Все, давай. Мы справились. Сработало. Прям вообще какая штука интересная. Сработало. Че, ты сердечко получил? Отлично, хорошо. Я тебя поздравляю. Какая хорошая новость. Это фрагмент сердца. Собери 3 фрагмента, чтобы дополнительное сердце. А вон книга, смотри, стань умным. Сразу же, немедленно. Не надо бить ее, надо читать. Бочки лучше не ставили. Факина, они легко загораются. Мы уже это знаем. Смотри, здесь вот наверху какая-то дорога, видишь? Да. И там на той стороне сундук, можем запрыгнуть сюда? Не можем. Там на той стороне сундук, да? Да. Да, там сундук, точно. Значит, нам нужно туда пробраться. Мы, короче, открыли. Берем опять же. Мы открыли тайную бочку. Комнату. Думаешь, еще раз бочку горящую? Да. Хорошо. Можем давай мешок. Ой, не так. Мешок. А давай мешок, да. Как-то опустить. Аккуратненько. Поднять мешочек, давай, иди сюда. Вот а мешочек загорелся, а я загорелся, я горю, и все, как мешок брать? Ах ты, а что делать, Илюш? Дай сюда. Сейчас я выбью, подожди, я смогу. На, сам, на.
И что изменилось? У тебя то же самое происходит. Ты только... Короче, берем бочку, все. Да? Берем бочку. Ее бросаем. И вот она горит. Отличная новость. Берем. А давай ее кинем? Нет, нет, нет. Подбегай туда. Куда же кинем? Ты куда? В воду, что ж? Надо... И давай, бросаем. Поджигаем. Вот туда, да. Давай. Давай. Вот. Там они так же. Вот. Вот бросай. Так вот. Да брось. Все. Вот. Все, бочки горят. Бочки горят, горят замечательно, а стены не горят, по-моему. Да зачем ты бьешь стены вообще, скажи мне? Все, короче, понятно, идем отсюда. Понятно, понятно, все. Не трать время, хорошо. Зря пошли дальше. Там что-то загорелось. Подожди, загорелось что-то. Где? Слышал звук? Че, ничего нет? Не, ничего нет. Хорошо, ладно. Хорошо. Ничего нет. Нам показалось. Да не бей ты никого, просто иди. Что это слева было? Слева? Где? Вот это? Ящик какой-то. Да. Сюда не ничего, 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 ничего. Просто я просто спросил, ты не знаешь, что надо идти. Давай сюда. Конечно, только туда уже давно надо было пойти. О, ты меня туда не повел. Давай на всякий случай возьмем бочку. На всякий случай. А! Прошла мимо. Просто прошла мимо. На тебе! Она не дает третий удар тебе сделать, видишь? Да, надо делать вижу. Три удара. Зачем ты бьешь? Не бочку бей, а кукабару эту. Вот так. Так, а что ты аж подпрыгиваешь на кресле? Потому что это энергия. Сжался весь аж. Что это за штука? Вот это правильный был ход, я понимаю. Вот это подняться. Подняться. Да, вот это как шандарахнул разочек. Ничего себе. Я понял, в это лучше не попадаться. Лучше не делать, да? Короче, если бочки встретятся по дороге, разбей. Не разбивается. А, он не разбивается, хорошо. Хорошо, давай бочку разобьем. Мне кажется, она тебе понадобится. Где? Стой, подожди. Да, надо изучить локацию, что там дальше, так. Это и... котел. Котел, хорошо. Вон сундук. Сундук, котел и сундук. Давай разобьем бочку, потому что нам нужны все. Вот, где? А где сердечко? Это было правильное решение, разбить бочку. Нет, не туда, не туда, а не куда? Туда. Сюда? По трошке вниз, да. Туда вниз мы еще спустимся. Там наверняка тебя ждут внизу огромное количество крутецких врагов. Так, можно спрыгнуть? Да. Никого там нас не ждет, никто. Бочка! Бочку мы лопнем, мы поищем здесь что-то. Найди так, сердечко! Вот сердечко, хорошо. Ура! Все, мы восстановили свое счастье и здоровье. Смотри, здесь какое-то. Здесь какая-то книга. Штука. Прочесть. Да ну не пинать, а прочесть. Если собрать много волшебных ресурсов, излишек превратится в зелье, которое можно использовать в бою. В бою. Я узнал это еще будучи юным пиратом. Вот в чем секрет кроется крепкого здоровья, капитан. Хорошо. Это что означает? Это означает, что я могу взять. Да я это я уже понял. Это означает, что вот эти штуки. Вот это вот, что это за... Там нету. Ладно, понятно. Короче, я так понимаю, что нужно собирать как можно больше всяких яблок. Так, какой-то да. Котел стоит, действительно, ты говорил. Где? Яблок всяких. Сундук. Сундук. Поехали на сундучок. Так, вот почему. Я, кстати, не могу играть в Roblox, например, на телефоне. Ключ? Зачем ему ключ? Потому что ты получил ключ капитана. Клево. Ух ты. Потому что мне неудобно управление. Мне хочется клавиатуру. Мы взяли ключ капитана сейчас. И нам где-то его нужно. Где-то его нужно применить. Смотри, что это за стенка в грибах каких-то, да? Это не грибы, это, наверное, какая-то руда. Давай ее добудем. У нас нет кирки. Как в Майнкрафте. Значит, надо скрафтить кирку сначала. Так, хорошо, мы добыли ключ капитана. Побежали тогда в какое-то убежище. Нет, ты куда? Видишь, как я промахиваюсь? Да. Мне бы сюда клавиатуру, да джойстик. Все, мы переходим в локацию сокровищница пиратов. Архипелаг кратера. А здесь нужно... Сундук. Что-то... Сундук, да? Нет. Вход только с разрешения капитана. А, вот здесь нужен был, кстати, ключ, который мы сейчас получили. Где да. сундук? А, ты тебе показал, что сундук, да? Да, я хотел сказать ворота. Смотри, у нас разрешение от капитана есть, у нас здесь ключ, мы только что его взяли. Тут? Отпереть. Вот. Здрасте. Использовали ключ капитана. Мне не нравятся эти кусты. Неожиданно. Целебное алоэ мы получили. Так, можно взять куст и поджечь его. Можно взять, поднять куст, кстати, нет? Куст нельзя поднять. Зато изучение, его можно разбить. Изучение пещеры. Да, кстати, можно разбить куст и от него получить сердечко. Так, теперь мы будем что куда-то это? Плыть. Это пляж. Да.
Это пляж? Это пляж, да. Ладно, судя по всему, ну что, смелее плывем вперед? Да, только на во. Все, назад пути нет, смотри, Люх. Да уж. Так. Сундук. Сундук. Зеленый, причем. Не красный. Сейчас да. Какое-то чудовище вылезет из воды. А, нет, это он пополз. А вот и чудовище. Да. Я же говорил, чудовище вылезет из воды. Сейчас она его хватит за ногу. Вот он, гигантский головоногий моллюск древних. Привет, он просто голодный. Смотри, что у него во рту. Он съел кого-то. Он подавился. У него просто застряло что-то в зубах, он хочет, чтобы мы помогли. Что? Так. Ну, окей-ка. Окей-ка. Тут есть крайний случай. А что с ним нужно делать? Бить, конечно! Бить, я понял. Давай у него пистолетом заглянем. Кстати, да. А почему? Куда он ползет? Ну не так. А то... Знаешь что, надо бить щупальца. Да, надо бить щупальца, ты прав. Вот надо так, бить вот щупальца. Минус. И скорее всего, Люша, да, ты прав. Да как стрелять, как? Вот так. Так, короче, уходим отсюда. А, что это? Бочки, они взрываются. Это бомбы. Ой, он взял эту штуку какую-то. Ой-ой. Понятно, все понятно. Стой, моллюск, стой. Моллюск, мне нужна твоя лапа. Дай сюда. Иди сюда. Промазал. Ты сердечко нашел. Да. Как-то. Не знаю. Так, моллюск нырнул. Там, кстати, какие-то эти ящики. Да что ж так как-то... О, надо просто махать. И все. Где? Голова. По голове. Нельзя. По мозгу. Мозг болит у него. Стой. Че ты какой-то бред? Я злой, потому что у меня мозг болит. Он видел глаза крутиться у него? Слушай, может просто вот так сделать, да? Вот как мы советовали нам, да? Как-то можно ее поднять, нет? Тихо, нет. Надо ее потащить туда. Все, я ухожу. Возьми эту бомбу, хорошо? Сейчас, подожди. Я не могу ее поднять. Я понимаю. Балбес. Балбесина. Ой. Ай-яй-яй-яй. Подстава какая. О, что у него во рту? Что у него там такое происходит? По зубам ему даем. Ого. Я просто полупил его вплотную, да и все. Так. Иди сюда. Так. Еще одна. Давай. Бомба. Берем бомбу. Я понял, что ты... Так. Так, уходи отсюда. Не бейся. Мне нужно сердечко. Мне нужно срочно сердечко. Мне срочно нужно сердечко. Вот сердечко выпало. Где оно? Сердечко. Вот сердечко. Я взял сердечко. Да ну, отставь меня в покое. Вот это поворот! А ну давай еще раз вперед! Как это? Найди сверток магистра Мейфера какого-то. Так, моллюск нас решил уничтожить с нашим собственным оружием. Мы попались под большую гранату, мину. Не мину, а гранату. И решили... Что, заново, что ли, да, получается? Пропустить. Нажимаем пропустить, да. Нажимаем пропустить, потому что мы это уже видели. И привет, маленький мальчик наш. Да, сейчас мы ему... Критический удар получился. Все, мы потащились за этими бочками, да? Бомба. Доступна новая цель, незваный гость. Давай, наедь. Иди сюда. Малыш. Ты его поближе сделай. Да, видимо, ты прав, надо поближе. А, она пропала. Да, Люх, ты прав. Сейчас мы еще вот это вот. Можно я сделаю? Сейчас, подожди, Катюна, я... Я критический удар, смотри, как хорошо. Давай я сделаю, потому что... Все, в порядке. Сейчас он появится, и мы его сейчас заманим сюда, на эту бомбу. Так. Вот так вот. Ты понимаешь, он сам на нее взорвался и нас подтолкнул. Нет, сейчас опять как... Рванет. Да. Давай, бей, привет. Бей. По зубам, малышу. А, я хотел критический удар сделать, но не получилось. Я устал. Так, срочно сердечко нужно. Сердечко. Так, пошли эти самые. Нет. А почему не бегает? А, все, бегает, все хорошо. Вот сердечко. Я его сердечко. Поднял. Сейчас еще надо штуку. Он, короче, бросает эти штуки, и он надо ловить сердечки. Все. Все. Теперь бежим. Красный апельсин. Так, уходи, пожалуйста, щупальца, уходи. Уходи. Так, теперь мы делаем вот так. О! Ах ты! Так, понятно, надо бить щупальца для того, чтобы он вылез из воды. Ой, что-то было. Вот почему мы так нырнули. В воду посмотрели. Да.
мы посмотрели, нам стало страшно, да? Потом. Там что-то рухнуло, только что взорвалось. Ого. Так, уже половина. О, привет, малыш, зубастик вылез, смотри. Давай, иди сюда. Давай. Давай. Не-не-не-не-не, Телюш. Добьем. Фух. Что это у него такое во рту? У него сейчас стошнило, смотри, вот что он такой огромный? Что это за вулкан у него? Почему он есть? Все, ключ валяется. Ключ, причем лежит прямо в воздухе. Мы бы добыли. Ты получил ключ. Ключ от капитанского сундука. О, сердечки собери. Да, хоть все. Собрали сердечки, мы идем к капитанскому сундуку. Сейчас будет еще один осьминог по дороге, нет? Нет, не думаю. Мы победили главного злодея на первом этапе. Бутылка какая-то. И открываем. И что нам здесь ждет? Нас тут ждет чемодан в чемодане. Прекрасно. Ключ от капитанского сундука. Найдена шкатулка магистра Майфера. Ух ты! Майфера. Так это шкатулка? Шкатулка. И что? Какой-то кораблик прикольный. Походу мы прошли первое задание, теперь мы будем дальше уже плавать на кораблике. Слушайте, вот это крутецкая штука. Прикольно. Ребятки, обязательно пиши в комментарии, если хочешь, чтобы мы поиграли во вторую часть в эту игру, потому что нам она очень понравилась. Мы да, хотим продолжить. Это очень прикольно. Поэтому поддерживайте обязательно с лайками, обязательно, обязательно пишите в комментариях, что еще мы поиграем, хорошо? Да. Все, до новых встреч, переходи в наш ТикТок. Пока-пока. Всем пока.